Мы пришли к водопаду. Наш любимый водопад. Красавчик. Сколько? 260 ступенек? Мы прошли, чтобы спустились, чтобы к нему снизу подойти. Такой красивый. Вот тут о нем написано. Тут написано о том, что эта скала сформирована застывшей лавой. Эта застывшая лава превратилась в базальт. И вот эти скалы — это базальт. И теперь тут стекает вода с него. Мы тут видели угрей, рыбу. Очень большой, больше метра. Когда-то, когда мы здесь были. И Саша высматривает, хочет еще раз увидеть. Не, ну пока нет. Теперь больше сейчас воды. Тогда этот ил так спокойно плавал, такого течения не было. И так красиво раздувает ветром эту воду. До нас достает, нас обрызгивает немножко. Так классно. Дух. Так красиво падает. Это вода. Пятьдесят пять метров высотой, да, говорят. Это, да, я думаю, это один из моих любимых водопадов.